Друзья мои, забрела я в один магазин шикарный, сувенирный. Ну, как вы знаете, что я очень люблю народное творчество. И вот среди этих современных сувенирных предметов, которые созданы руками, мы нашли тут наши советские фарфоровые красоты. Просто не верится. Жаль, продается только вот набором. Вот смотрите, друзья, вот этот набор, как я и хотела, Самаркандского фарфорового завода, который уже нигде не купишь абсолютно. А это Ташкентский фарфоровый завод, курочка, как я всегда называю. Следующий тоже Ташкентский фарфоровый завод, так как я уже узнаю этот сервиз. Но вот этот ручной работы, сказали, тоже Самаркандский, да? Вот этот зеленый. Потому что цветение айвы. Цветение айвы. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, ой, я тут это не вижу. Это Самарканд. Самарканд. Очень красивый сервиз, очень. Ручная роспись, позолота, ну просто прекрасно. Ой, ну красота такая. Ну и во-вторых, редкость, друзья, как вы знаете. Товарищи мои фарфористы. Так, ну здесь куколки, тоже коллекционные, тоже очень ценные. И следующее там, так, у нас красота, просто неимоверная красота. Ну, здесь вы сразу узнаете, что это современная роспись точечная, но тоже, конечно, не менее прекрасная. И вот это тоже Самаркандский фарфоровый завод. Я их уже, можно сказать, узнаю. Следующее тоже Самаркандский фарфоровый завод. Смотрите, какая красота! Какую красоту создавали наши мастера в советское время. Такой посуды сейчас уже не купишь. Здравствуйте, здравствуйте. И вот эти шахматы, все ручной работы. Все абсолютно. Изумительная красота. Здесь только и сидеть, любоваться. Вот мы поэтому отсюда уходить не хотим. Сидим и сидим с Надюшей. Вот она лицезреет, на диване сидит. Я смотрю, как здесь. Да. Нас здесь даже напоили водой. Относятся к нам прекрасно. И вот такой прекраснейший магазин. Ой, ну красота. Неимоверная. Ой, какие интересные котики тут. Я сразу и не заметила. Наши русские матрешки. Даже здесь они есть. И очень много красивых шкатулок под вот такие. Очень красивые. Под лаковую миниатюру. Ну, здесь вот деревянные шкатулки. Это сразу видно, что наши советские. Это уже старина, сразу видно. Соломкой инкрустированные. Пепельница, керамика. Это старинное все. Здесь тоже керамическая посуда. Здесь вышивка ручной работы. Ну и здесь национальный орнамент узбекский. Здесь все-все. Вышивка, все ручной работы. О, даже тапочки есть. Сразу и не заметила. Ой, тихо, наверное, говорю. И смотрите, друзья, даже сумочки из бисера. Конечно, это тоже ручная работа. Ну, красота. Что скажешь? Красота, да и только. Просто потрясающе, восхитительно. Ну все, друзья, полюбовались немножечко. И я думаю, все.